Давай дальше. Открываем. Синий туман похож на мар. Hey, what about, oh, no girl goes here, just close. Синий туман, синий туман, синий туман. What are you saying? Russian song, blue fog, blue fog. В гараже? Да. Нет. Ну да, я не знаю, там дырки. Да, вот здесь только. Что в гараже дырки? Бесполезно ставить что-то. Where is your phone? Блядь, одна не одна. Синий туман похож на обман. Вот еще одна хреновина. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха, пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Снова голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как лики в играх NBA. Сейчас я хочу лично поприветствовать всех тех, кто пришел ко мне на канал. И некоторые видели мою гостиную изначально. Я помню, в ней тогда было несколько коробок. В них кошки любят играть, уж кошки любят коробки. Здесь нужен ремонт. Мы его решили все-таки сделать. У нас дошли до этого руки. Почему у нас здесь несколько ковров? Ну, во-первых, потому что у нас эти ковры были. И мы хотели закрыть этот ужасный кафель. Тогда у нас не было денег другой кафель положить, потому что мы не совсем рассчитали, когда этот дом брали. Здесь оказалось больше проблем, чем мы думали. И правильная поговорка, что сапожник без сапог, то есть мастер, который всем делает ремонт, и у самого всякие недоделки. И я оставляю его наедине с этим проектом. Я убрала все книги отсюда. У нас там была ситуация, что ванна потекла. В общем, его задача будет привести в порядок эту комнату. Комната вообще темная, если свет выключить. И мы считаем, что по идее в будущем можно сделать два окна. Вот Джесса выключил. Выключи свет, Джесс. А, две кошки здесь разлеглись. Две там под столом. Вот. Сейчас спросите, кто играет на пианино? Ваня и Джессов играют на пианино. Так что вот. Надо это все видоизменить немножко. Правда, котяра? Правда.
Когда мы сюда переехали, мы повесили много всяких картинок. Сергею очень нравилась эта идея. В этот раз я их решила снять, и мы решили вообще перекрасить. Мы решили здесь на кухне тоже изменить цвет, ну и наличие того же количества картин, которые висели на стенах. Дошли, как говорится, руки. Серега доверил краскопульт новому помощнику. Я его лицо показывать не буду, но зовем мы его Чингисхан. Thank you.
Кстати, я использую не простой цемент, а цемент и специальный клей. Я не поняла, ты их перемешал, что ли? Да, нет, он так продается. Это специальный прайм и, ну, для старой плитки. И это верхнее покрытие. А это вот специальные типы. Сейчас покажу. Сейчас подойду, посмотрю. Самое главное, чтобы вот эти метки остались у вас наверху. Вот. Подгоняйте. Высота вам не нужна. Это все сделают вот эти вот. И мы не объяснили, что мы специально такие купили, потому что у нас полы здесь неровные. Вот эта плитка. Теперь сейчас. Вот там я вставил вот. Вот эту вещь. И она там останется, получается, так что ли, или нет? Да! Я ее завтра утром, когда она засохнет, я просто вот так подойду, собью, и ее не будет. Она там внутри останется. То есть она, это как она подтягивает плитку, то есть она выравнивает ее. Вот эта верхняя, вот смотрите. Вот, я затягиваю ее шурупом. О, теперь смотрите, здесь получается идеально ровно. Я включаю все четыре. Все, ничто? Здесь идеально ровно, хоть стакан катай. Да? Да. Don't dribble in the house. Put the ball up. Но папа не ругается пока. Yeah, but it's annoying him, obviously. Все, ступенечки. Готовы я. Сейчас я здесь только отрежу.
Сережа, садись здесь на твой стул. Сергей. Сядь, тебе сказали. Окей. Salt on it for. Salt on it for salt. That blasted piece of food I'm about to eat. I need to breathe. Oh God. Hold it, man. Stop. God, that chicken is dang. It's a turkey. Same thing. Hold it. Hey, bring me the trash can. This is disgusting. Don't the water out. Okay, now we gotta wash the rest of it. Make sure you get all the seasoning that's in the bottom. You just getting the stuff. I'm trying to get all the seasoning that's in the bottom. It's sticking to my fingers. Yeah, I'll season you too. I'll toss you all by the turkey. God, he's too black. Okay, can we say it's even kind of? Yeah, kind of. Sure. Dance for me. In the kitchen, in the middle. Yes. I'm not black. I can't dance like him. Yeah, come on, man. Very good. Заряжаю вас на хорошее настроение. Репосты, лайки, дизлайки, комментарии, чтение моих книг. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. До новых встреч! Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера.